Очень сложно прогнозировать решение Конституционного суда, но от него очень многое будет зависеть. Как вы считаете, суд сыграет честно? В прошлый раз, когда госпожа Санду хотела или придумала теорию самороспуска парламента, Конституционный суд стал на сторону Конституции и закона. Я очень надеюсь, что они сделают это и во второй раз. Спасибо, кратко и четко. Не добавить, не убавить. Это вы так. Тоже так. Я полагаете. Тоже так считаю, что если судьи хотят показать, действительно не продолжить плохую историю прежнего Конституционного суда, да, над которым мы потешались, помните, да, когда он отменял свои же решения, которые заканчивались словами «окончательные и изменения не подлежит», то ясно, что судьи должны быть на стороне закона.